Некий гибрид Санта-Клауса и Майкла Джексона, регулировщик уличного движения Рамира Инохос, выходит на свою сцену. Оживленный перекресток в столице Филиппин, Маниле. «Моя цель – принести радость людям. Так они меньше раздражаются, ожидая зеленого сигнала светофора». Идея с танцующим Сантой пришла в голову щуплого блюстителя порядка, когда он увидел, что многие мотоциклисты не реагируют на его указания и даже отказываются признавать его законный статус. Эксцентричное поведение регулировщика заставляет участников дорожного движения следовать правилам и одновременно поднимает им настроение. Он держит движение под контролем и не дает образоваться большому затору. Вот таким терпеливым, кропотливым и трудолюбивым должен быть каждый полицейский. Но регулировщик-весельчак не собирается позволять водителям нарушать правила. Закон существует для всех. Нарушил правила – заплати штраф, даже если перед тобой Санта-Клаус с жезлом. Инохос отрабатывает движение по вечерам, дома, перед своими детьми. Возможно, танцующий полицейский из Манилы вскоре станет очередной сенсацией в интернете.